Значит, все, что я заказала, я отдам. Я заказывала на 8 марта. Но я тебе смогу рассказать об этой продукции, потому что я когда-то ее пробовала. Значит, это жидкое мыло. Лаоцкий лотос, если ты любишь такие ненавязчивые, прозрачные ароматы, то это самое то. То есть аромат невидимка, ну, то есть есть аромат, но он такой очень-очень неуловимый такой. Воздушный, мягкий, то есть если не любишь резкие аппетитные запахи, самое то, это твое. Значит, туалетная водичка с земляничком. Их мне пришло две. Одну я подарила уже на день рождения одной девушке. Вот, земляничка нравится очень многим. Хотя мне многие писали, что фу, химозно какой-то. Вот, ну, да, и такой же гель для душа. Запах тот же, пенится шикарно, клевый гель. Ну, у них вообще клевые все гели, особенно серия Плезирная Дюк, это вкусняшка. Далее, вот такой апельсиновый гель для душа, флористский апельсин. Вот, мне кажется, в коллекции гелей для душа у каждой девушки должен быть флористский апельсин и бразильский кофе. Они упоительны, как в России вечера. Вот, поверь мне. Да, мне кажется, ты знаешь уже об этом, так что не буду растекаться. Далее заказала новинка от классической версии Flower Party, туалетная вода. Flower Party by Night. Что я хочу сказать? Запах, он, в принципе, схож с классической версией, только он более тяжелый, гораздо более тяжелый, но не такой уж прям, что иу. А вот я его когда понюхала, мне, знаешь, какие ассоциации возникли? Будто я сижу где-нибудь на Бродвее, ну, Бродвей — это у нас в городе такая часть центральная, где много скамеек, много молодежи и много деревьев, ну, наделенный город. Будто я сижу где-то на Бродвее, 7 часов вечера, лето, хорошая погода, видно звезды, хорошая компания, то есть самые приятные ассоциации. И мне почему-то хочется, я предупреждаю тебя, у меня нестандартные взгляды на духи. И хочется вот именно этими духами душишься, ты будешь смеяться, на природу, или на пляж, или на... Ну, в общем, вот так вот. Ты меня поняла. Ну, на вечер сам Бог приказал. Очень мне понравилось. Также Амбре Нойр. Мужская туалетная вода. Сейчас я, признаться, еще не нюхала. Сейчас заодно понюхаю быстренько. Пробуй, кстати, вот такой здесь 5 миллилитров, по-моему. Где? Камера. Почти угадал. 4 миллилитра здесь. Запах такой, ну, типично мужской. Типично такой. Офигительный. Не знаю, как описать. И женские это ароматы не умею описывать. А тут мужской. Такой. Господи. Мне пожелание, чтобы все мужики так пахли. Так что, боюсь, тебе придется зайти на сайт Фраши и там почитать описание, потому что я полный луя. Сделала такие две штуки. Это у нас парфюмированный гель для душа. Блестки только на упаковке. Сам гель, он обычный. Пахнет просто шикарно апельсином, цедрой апельсиновым. Вообще, так бы съела или выпила. А вот, да. А это у нас ванильный лимон тоже, как и уже молочко для тела. Но знаешь, девушка,
который я хочу его подарить, забеременела, так что я не знаю, стоит ли его дарить. И вот это тоже. Поэтому ты мне напиши, если ты проходила через беременность. У нее сейчас 6-я неделя, а 8 марта будет, соответственно, месяц больше. Так что я тебе дала пущу для советов. Пожалуйста, советуй мне. Так. Ей же, я насчет этой вещи тоже не посоветую, заказала гигиеничку, немножечко из другой серии. Это у меня рождественские цветы, тут запах такой нежненький, такой апельсинка улавливается очень неуловимо, если можно так выразиться. Да. Далее. Пришла пробник Sexy Pulp, Pulp. У меня проблемы с английским, прости меня. Вот. Тушь мне очень нравится, я буду раз за разом заказывать пробники. Но не потому, что я вот такая вот халявщица, а потому что я очень часто не успеваю дома накраситься. И согласись, пробник с собой таскать проще, чем полноразмерная версия. Пришел мне в подарок также такая вот смывка для глаз, макияжа, чувствительный глаз. Все на YouTube ее ругают, я не понимаю за что, потому что я ее попробовала, и она у меня все убралась, просто превосходно с глаз. Хотя я не любительница удалять макияж вот таким способом, я предпочитаю умываться, но буду пользоваться. Как я пользуюсь? Я пропитываю ватку, но не сильно, а то глаз затечет, фи. Прикладываю на несколько секунд и провожу. Все, макияжа нет. И заказала в подарок вот такой набор. Это серия Plaisir Nature, набор для тела, оливковое масло. Здесь крем для тела и эксфолиант, то есть кто-то из них, вот это эксфолиант, по-моему, вот это крем для тела. Я ожидала, что версии будут полноразмерные, разочаровалась, когда увидела малюськи, хотя они очаровательные, но все-таки это же подарок, так что придется еще что-то покупать отдельно для этого человека, для которого предназначалось. На этом все мои покупки. Извини, что я так сумбурно, так быстро. А теперь пока, я тебе желаю быть беременной. Нет, не там. Быть счастлива.